Итак, на день рождения мы едем до Кохлоярви к сестре. Все, кто к нам присоединились, будете следить в прямом эфире за нашим продвижением. До вечера, увидимся. Всем привет! Вот и Лёлик красавчик! О, готовый, готовый, готовый! Вот и Иван! Мы забрались в песочницу, сейчас немножко поиграем, поедем дальше. Давай газу, хули ты! О, молодец! Общий трип у нас 240 километров, и из них проехали мы уже где-то 50. Следующий сеанс связи в болоте Аегвиду. До встречи. Успели мы отъехать, мимо березок, и Паше приспичило пить и жрать. Жрать? Я просто тактически решил сбросить вес. Тактически. Потому что нам сейчас предстоит лезть вон в то говно. И это не очень радует. Ну, ёба, вроде маленькая речка. Ноги моруя добавляет. Мы уже проехали и пьем пиво. А там едут лошары. А два лошарика вон только появляется. Ну, будет кто-нибудь там ехать или нет? Давай ныряй, что ты? Да понизу посередине. Ну вот сейчас опять пойдет пешком тащить мотик. Вот эндурист ходячий. Вот такие у нас тут классные места. Люблю Эстонию природа. Ухка Эстис. Леха поехал топить мотоцикл. Пошел. Давай, давай, газуй, не ссы. У тебя клапан стоит. Сейчас подождите. Подожди, Лех. Ну а что? Репортаж. Идем. Так. Мы без потерь пошли в болото Аегвиду и добрались до заправки Локса. На одометрах 110 километров, считай половину. И по этому поводу Паша очень требует Ягера. Но мы ему не дадим. Скоро будем дома. Сразу после заправки вот такой шикарный карьер. Технику заправили, сами тоже должны подзаправиться. Да. На уж, что ты смотришь, как кошара на меня. Че, мы изверги, что ли? Что-то уже открыто, уже кто-то пил. Кто-то он скоро избавил, едет, там что-то такое движение непонятное. Ой, ну ладно, все накатим по чуть-чуть.
Лес был черный, словно бес. Стало страшно тут Ивану, но он схватился за обрез. Че, все переехали, что ли? Ага. Давай, Иван, прыгай. Все, от Толяна, блядь, научился тропинки искать объездные. Куда ты поехал-то? Я с тобой бегаю. Фу, блядь, Паш, прям в рот попало. А мы приехали на заброшенный аэродром под Кунда. Руки, Лен, сейчас шарахнем пивка. Да, Паша? Конечно. И будем сматываться от дождя. Дождик за нами идет по пятам. Просто капает по заднему крылу. Но мы убежим. Ну чё, от дождя мы смотались и проехали Кунда. Кунда осталась сзади. И сейчас мы... Ёп-па-па-пара-па-парам. Я туда не пойду, покажу. Мама дорогая. Охренеть. И мы туда будем спускаться скоро. На, глотни для храбрости. Мы добрались до пляжа. Где? Иван пошел купаться. Ну а как, до моря добрались? Это была цель наша сегодняшняя. Теперь еще 12 километров вот по такому пляжу, вот туда, и будет Сака. Я думаю, увидимся скоро. Хлебанул. Лёха! Водопад. Охрененный вышел трип. Надо будет еще скататься.